وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وولاهم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. دراجي براتي سستري باستوبالي وشين منوغا ببروز ببروز زكاة الفطر. И насколько важно для каждого верующего в конце месяца Рамадан узнать и ознакомиться с этот вопрос, потому что в хадис Абдуллах ибн Аббас ради Аллаху анхума, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям говорит в этот хадис: «Закату л-фитр тухрату лиссаим мин аллагу и варрафат, ва тухмату лиль-масакин». Поэтому человек, чтобы очистил свой пост за все сплети, за все допущения, которые были в месяц Рамадан, он должен знать, как правильно давать закат л-фитр. И для этого, братья и сестры, есть аяты в Коране, есть 8 категория заката аль-амваль, а есть 2 категория закатов, которые в общей. Аллах Азза ва Джалла говорит в Коране: «Бад аузу биллахи мина шайтану раджим, валлазина фи амвалихим хаккум маалум лиссаили валь махрум». И дальше описывается несколько категорий и говорит: «Улаика фи джаннатим мукрамун». Те люди, которые правильно будут давать закат фитр и остальные закат, правильно будет у них пост и так далее, они будут уляйка из числа людей, которые фи джаннати мукрамун, для них будет щедрость Аллаха Азза ва Джал, возвышение Аллаха Азза ва Джал в разные места в рай. Поэтому есть такие моменты, которые хотелось конкретно говорить об них. В время посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям жили и с ним сподвижник, который является богаче, очень богатый сподвижник. И в хадис Абдуллах ибн Умар ибн Аль-Хаттаб ради Аллаху анхума, он говорит: «Фарада Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям закат аль-фитр саан, саан мин тамр, ва саан мин шаир». Саа и саа. Саа – это такой объем, мера. Мера – объем, как четырех. Вот согнутые ладони вместо, согнутые пальцем, ладони вместо, собираем ладони вместо, согнутые пальцем, вот объем такой 4 модда, это называется аса, таариф аса. И здесь, братья и сестры, в некоторых местах, субханаллах, делает вот такая, я не знаю, лишнее мое мнение, считаю это ошибка, говорят то, что для бедных людей 300 рублей, средний доход людей или средние люди, которые в финансовом положении, там 500 рублей, богатые люди 700 тысяч рублей, а такого не было. Было время посланника Аллаха саллям, и рядом с ним был Усман ибн Аффан, Талха ибн Убайдуллах, Зубайр ибн Аввам, Абдуррахман ибн Ауф, Саад ибн Вакас, ибн Аби Вакас, ради Аллаху анхума джамиан, они были рядом. Он мог бы сказать: да, саан мин тамр для Билял, и для Сухайб ар-Рум, и для нуждающих, для бедных, а эти там по 4, по 5 саев, такого не было в время посланника Аллаха саллям, поэтому везде она должна быть одну и тот же, 250, 300 рублей, 400 рублей, как люди читали, это зависимо от какой продукции люди будут вытаскивать это продукты. И здесь это для чего вообще закат аль-фитр? Посланник Аллаха саллям в конце хадиса Абдуллах ибн Умар радиаллаху анху говорит: «Угнухум фи хаза льяум», делайте, чтобы они были не в нужда, в достатке, хотя бы чувствовал себя богатым в один день. Человек должен не ходить, не просить, не выйти ни сюда, ни туда. Он должен праздновать с его семья какие-то продукты, которые человека принял, если бы отдали ему такой продукт. И в другой риваят в этот хадис: «Угнухум ани тавафи фи хаза льяум». Таваф. Обычный мусульманин, где делает таваф, мы делаем таваф поклонения вокруг Кааба 7 раз. Или в умра. В хаджи или в умра. Субханаллах. И здесь нуждающие и бедные, они делают таваф. Таваф по места, по улице, когда рядом с мусор, когда бросит у кого-то. Лиса или валь махрум. В ая са иль. Это человек, который бросит, который всегда тянет руки и говорит: дайте, помогите. Махрум — это человек, который лишенный. Он лишенный еда, лишенный покоя в этой жизни, лишенный там места, где бы жить и так далее. Угнухом. Хотя бы в этот день люди должны обеспечивать этот людей. И субханаллах, в хадис Саид, Абу Саид аль-Худри, ради Аллаху анху, он говорит: «Кунна нухриджи зака, иза кунна фи ахди Расулилла», или «Идкана фина Расулулла», когда жил среди нас посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, саан мин таам, из еда, саан мин тамр,
тамр, финик, саан мин шаир. Шаир – это пшеница, или там, допустим, скажем, все там пшеницы, там ячмен. Саан мин забиб, изъем. Саан мин актин. Это есть творог. Ну, сейчас мы знаем его в России, там, у узбеков, у таджиков, у монголей. Это как, скажем, говорят, курут, назовет ему курут. Или творог, как мы все знаем, это вопрос уместно. Поэтому, братья, есть такой определенный категория людей, которые для них даются закат, и определенный вес для закат. Если мы скажем 4 мудд, вот сколько, насколько вот это ладони вместе собраны, ладони вместе и согнутый палец, 4. Это разный бывает, потому что пшеница, не пшеница, объем разный у каждого из них. Пшеница у нас почти 2 килограмм 40, рис 2 килограмм 300, зерновые 2 килограмма ровно, нот 2 килограмм, чечевица там 2 килограмм 100, фасоль 2 килограмм и 60 грамм, мука килограмм 400, допустим, еще что у нас, финик килограмм 800, творог 2 килограмм 600, изюм килограмм 640, укроп килограмм 800, или пшеничный укроп килограмм 800, и так далее, и так далее. Есть много вещей, которые хорошие, еда, которую пользует какой-то либо народ, можно вытаскивать отсюда. И здесь, субханаллах, тухрата лисаим, это очищение для человека, который держит пост. Человек должен относиться очень серьезно в этот вопрос. Он не должен просто давать, кого попало, на, возьмите. А в некоторых местах, Аллах, я сам связался лично с некоторых из наших муфти, наши люди, которые занимаются, они говорят, даже они берут вот эти места, закат аль-фитр, и кладут их в стройка мадраса или в стройка, там, не знаю, мечеть или где-то нет. И здесь вообще не выходит. Хотите, делайте садака лишний, делайте садака лишний, хотите, делайте там на благотворительный стройка мечеть, никто не запрещает такие вещи. Но здесь мы должны ограничивать, потому что люди в ожидании такие вещи. А есть и такой моменте, то, что люди вернется там, что не уходит у них дома, там зернышко, там кукуруза. Кто сейчас кушает кукуруза? Приносите такие вещи, которые вы сами будете кушать, и ваши дети, если поменяют ваше положение завтра, потому что в этом аяте есть из Коран, вы не заберете такой вещи, если вам принесет хатта тугмиду фи, пока вы не закрываете, закрытыми глазами будете взять такую садака, если Аллах поменяет ваше положение с бедным, нуждающим человеком, поэтому надо купить сами лучшие еда, самый лучший рис, самый лучший. И если добавишь там мясо, и это является как садака. Выше, который добавишь сверху, это для тебя садака. Валлаху юхиббуль мухсинин. Аллах любит людей, которые делают, которые поступают благочестивее, люди, которые дают сверху. И если ты поступишь щедрый с Аллаха, аззаважаль, ожидаешь только награда у Аллаха, аззаважаль. Я думаю, иншаллах, мы примерно так могли собрать, сколько могли в этот вопрос. Также мы не должны забыть, про какое время. Про какое время вытаскивает этот закат аль-фитр или раздавать закат аль-фитр. Закат аль-фитр, как в хадисе Абдуллах ибн Аббас, ради Аллаху анхума, говорит, «Ва амара биха Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, ан туадда Абдуллах ибн Умар». В этот хадис Абдуллах ибн Умар, ради Аллаху анхума, говорит, «Ва амара биха Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, ан туадда кабля хуружи нас или сала». До того, люди выходят, до того, как люди выходят к намаз Ид. А в хадис Абдуллах ибн Аббас, ради Аллаху анхума, он говорит, «Ман аддаха кабля салах, фахия закатун макбуля». Это принятый закат. «Ва ман аддаха ба'да салах, фахия садакатун минас садакат». Поэтому надо оплатить закат фитр, если есть доверенные люди, которые могут сами закупать и сами развозить для людей, сдавать вот такие вещи, это будет прекрасно. Если сами, конечно, человек может покупать, зайти с его дети, показывать им, как это надо купить, как надо упаковать, как надо ехать к нуждающей и бедной человека и обратиться к нему с улыбкой там, и давать саламу алейкум, рахматуллах, и даже поздравления там, с наступающим месяцем или там, сказать, с наступающим праздником, чтобы Аллах облегчил, и дают, и сверху может и давать деньги, и сверху может и давать подарки для детей, которые у них будет праздник на днях. Поэтому, братья, не забудьте про такие вещи. Жазакум Аллах хайран.